is especially honored by bridge buses and loved by bridge buses has their protector. В Раджа-Васе жители в Раджа, они обожают Гираль Гавардану, почитают его как своего покровителя. Before Sri Krishna and his associates appear in this world, he makes his elder associates and his dog appear here first. Перед тем, как сам Кришна со своими ближайшими спутниками приходит в этот мир, он посылает вперед себя своих старших спутников и также свою дхаму, свою святую обитель. So, when Rama Lila was going on, когда проходила Рама Лила, and all the monkeys in honor of Lord Ramachandra, they were flying to the Himalayas and various places and picking up mountains and rocks and bringing them to make the bridge to Lanka. Когда обезьяны из армии Рамачандры, они летали в Гималайи, собирали там огромные горы, валуны, чтобы из них смастерить мост через океан, ведущий на Ланку. So at that time, Hanumanji, he flew and he picked up Giriraj over there. Гирирадж, Хануман в это время полетел туда и подхватил Гирираджа Гавардана. The conch sound was gone. That means the bridge is finished. Everyone stopped work. Он схватил Гирираджа Гавардана и уже устремился обратно в Рамешру, где проходила постройка этого моста. Но пока он пролетел полпути, он услышал звук раковины, которая оповещала всех, что работа закончена, мост построен. Отдыхайте. Hanuman put down Govardhan Mountain, who was the son of Dronachala Mountain. He put it down here in Raja. Чуп! Чуп! И тогда он просто положил Гирираджа сына Дроначала, горы Дроны, он положил его на землю там, где он, в том месте, где он услышал звук этой раковины. So, Kampadeshu Hariputasa Baba means that in different kalpas, in different days of Lord Brahma, pastimes of Krishna and his associates are somewhat different. В разные калпы, в разные дни Господа Брамы, Лилы и Господа и его других апостасий проходят по-разному. So, this was in one kalpa. Hanumanji has brought Govardhan here to Brajmandal. Эта история произошла в одну из калп, когда Хануман сюда доставил во Брадж-Мандалу Гирираджа Гавардана. In another kalpa, а в другой калпе, there was a sage named Pulastri Rishi, and he was staying in Kashi. Появление Гирираджа произошло по-другому. В то время жил мудрец Пуласти Риши. Он жил в Варанаси, в Каше. He was thinking, it's very flat here. Ему не нравилось там, потому что все было очень плоским, это было равниной. But rishis like me like to do our sadhana in the mountains. Он думал, мы, мудрецы, любим совершать свою практику в горах. So I should bring one mountain here to make Kashi more beautiful. Надо раздобыть себе гору и приукрасить этот город. So he went to the Dronachala mountain. Он отправился к горе Дроначалу. And the god of the Dronachala mountain, respecting the great Brahma, offered to give him some dakshina. И дева этой горы, желая услужить Брахману, предложил ему дакшину. So he said, for dakshina you can give me your son, Govardhan. А мудрец сказал, в форме дакшины, я хочу, чтобы ты отдал мне своего сына, Говардана. Govardhan didn't want to go with him to Kashi, because Govardhan is a great devotee, and Kashi is full of Mayavadis. Но Говардан заупрямился, потому что он не хотел отправляться в Каши. В Каши живут Майавади, а Говардан он великий преданный Кришны. So, Govardhan, he said, I'll go with you, but there are two conditions. Говардан тогда выдвинул два условия Пуласти Риши. One, that you never touch me when you're impure. Он сказал, во-первых, ты не должен касаться меня, когда ты нечист. And two, if you put me down anywhere, then I'll not move from that place. So you have to take me directly. Но если ты меня где-то положишь полпути, то я уже с места не сдвинусь. Тебе придется расстаться со мной там, где ты меня поставишь на землю. So then, Pulastri Rishi agreed to these conditions. Мудрец Пуласти принял эти условия. So Pulastri Rishi was flying, bringing Govardhan to Kashi. Схватил Говардана и полетел к Каше. But then, by the influence of Yogamaya, as he was flying over
Rajamanda, then he felt the necessity to have a toilet break. Но когда он пролетал над Раджамандалой, Мандала, йога майя так сделала, что мудрецу сильно захотелось сбегать в кустике по делам. So he could not be by holding Govardhana because it was the deal that he should be pure. Но он не смел продолжать держать Говардан во время своего посещения кустиков, потому что это было бы осквернением Гирираджа. Гирирадж поставил такое условие ему. So he put Giriraj Govardhan down there where we were yesterday. Ему пришлось положить его там, где мы вчера с вами были, на том самом месте. And then went to a solitary place with some bushes to relieve himself. Ушел в кустики там и почувствовал облегчение. It took very long time, like a river this morning. Так как казалось, что этот поток никогда не закончится, прошло много времени. Он думал, что происходит вообще? Я же так много не пил. But then when he was finished, he washed and he came back to Гирирадж. Он завершил свои дела, пошел омыл руки и подошел обратно к Гирираджу. So let's go. Ну пошли. And Govardhan said, "No, I'm not moving now." Гирирадж сказал, я с места не сдвинусь. So then, Plasti Rishi was very angry that his plan to decorate Kashi was now thwarted. И Plasti Rishi разозлился, что вот эта его замечательная идея украсить кашей горой теперь увенчалась провалом полным. So he gave a curse to Giriraj. Это раздражение он проклял Гирираджа. Oh, you are 8 miles high. Ты сейчас высотой 8 миль. But I curse you that you will shrink by the size of one mustard seed every day. Но я проклинаю тебя, что каждый день ты сокращался на размер семени кунжута, горчичного семени. And that is why when you go around Govardhan Parikrama, some places Govardhan is visible and some places Govardhan has now gone beneath the ground because it's slowly sinking into the ground. Из-за этого проклятия, как вы вчера заметили, в некоторых местах, которые мы обходили, Гирирадж, его почти не видно над землей. То есть он уходит под землю, и только в некоторых местах он продолжает возвышаться. This is a common opinion. Это мнение обывателей, такое пояснение. But we don't accept it. Но мы не приемлем таких идей. Гирирадж is so great. How can it be affected by a curse by an insignificant person like Pulastri? Как такой великий спутник Господа может оказаться под влиянием проклятия какого-то обычного мудреца? So just as a person who is feeling separation, then they don't eat and they slowly become skinny and skinny. So because Giriraj Govardhan in the Drishyamana Prakash, in the visible realm, he is feeling great separation from Radha and Krishna. Therefore, he is becoming the king. На самом деле, что произошло с Гирираджем, подобно тому, как любящий в разлуке с объектом своей любви перестает есть и постепенно теряет вес, худеет, то таким же образом Гирирадж, испытывая сильную разлуку с Радхой Кришной, так постепенно уменьшается в размерах. Also, you see that most mountains, they're in one big piece of stone, many big pieces, but Govardhan is in all small pieces. Обычно, если вы смотрите на горы, это огромные такие монолитные скалы, или, допустим, состоящие из нескольких больших скал. А Гирирадж состоит из валунов. Because when Radha Krishna disappeared from his Drishyamana Prakash, then his heart was broken into a million pieces, and that's why you see it everywhere. Почему? Что случилось? Когда Радха и Кришна ушли, завершили свои проявленные лилы и ушли с земли, то сердце Гирираджа было разбито. И вот эти кусочки его сердца, эти Говардхан шилы, которые вы видите повсюду там. How did Giriraj become famous as the protector of the Vrajavasis? Каким образом Гирирадж прославился как покровитель Враджаваси? Once, when Krishna was 7 years old. Однажды, когда Кришне было 7 лет. During the month of Ashvin, месяц before Kartik. Месяц Ашвина, который начинается до Картики. Nanda Maharaj and his brothers and other men from the village, they left Nandagaon and they went to camp. In that place, which is now known as the Akuragat. Nanda Maharajava братья, все старшие пастухи общины покинули Нандагаон и отправились к тому месту, которое сейчас называется Акурагат. That is also the place where the Yagic Brahmanas, whose wives went to see Krishna, that's also where they were in the Yagic. So it was a famous place.
подобно фуманца Бога. Это то самое место, где яги, брахманы совершали, чьи жены покинули их, чтобы накормить Кришну, они совершали яги. Это было считалось святым местом, пригодным для провождения священных ритуалов. So every year the Vrijabasis were doing a yagya there to Indra Dev, and Nanda Maharaj and some other seniors were the advance party and they were preparing that place. Ежегодно в Раджабасе проводили ритуалы поклонения Индре на том месте. И заранее, заведомо Ананда Махараджи, старшие пастухи, уходили туда и готовили эту площадку для яги. At that time, by chance, Sri Krishna, he had been working, where did my father go for the past few days? But he was taking the cows to graze in the nearby Ashokvan, and he came across that place. Oh, my father is here. Кришна несколько дней недоумевал, а где же папа, почему его нет дома? И однажды, выйдя пасти коров с друзьями, он зашел в тот лес, в котором как раз находились все старшие праджабаси. Он увидел папу и всех пастухов, которые выглядели очень занятыми, они готовились, очевидно было, что они готовились к яге. And he was remembering from the previous years that, oh, this is the annual А Кришна стал припоминать, а я помню, в прошлом году у нас был этот праздник, посвященный Индре. Sri Krishna thought, Indra has become very proud. Кришна подумал, этот Индра возгордился уже. And because of his pride, he thinks that he is very far away from me. Эта гордыня отдаляет его от меня. The more proud a person is, the more distant they feel from God, even to the point where they think there's no God. То есть чем горделивее человек, тем больше он чувствует дистанцию от Бога и доходит до такого абсурда, что он уже начинает верить, что Бога нет. So sometimes then, Sri Krishna has to arrange a situation to humiliate us. But this is not against us. This is to bring us closer to Him. То есть, если Кришна благоволит нам, то Он устроит такую ситуацию, чтобы осрамить нас достойно, чтобы приблизить нас к себе. Это не наказание, на самом деле это благословение. В таком, если мы больны, то Он таким образом лечит нас. So, Krishna thought, now Indra is so proud. He thinks that the mantras of the Vedas are worshipping Him. Кришна думал, Индра стал настолько надменным, он уже уверовал, что ведические мантры предназначены для прославления Его. He's thinking that Prajapati Daksha and the rishis who are the sons of Lord Brahma are all His gurus, His priests. Он уже думает, что Праджапати, Дакша и все старшие браманы, что это Его личные жрецы. He's thinking that my Prajapatis, who are infinitely superior to Him, He's thinking they are significant. And that he is worshipful by them. И что еще ужаснее, что он считает моих любимых браджабаси, которые миллионы раз превосходят его, он считает их своими слугами. So Indra is proud. Он заболел гордостью. I will provoke him and make a situation to reveal his pride, the pride and envy in his heart. И я спровоцирую его на то, чтобы вот эта гордыня вышла наружу. So then Krishna, he thought, last year I allowed the Vrijabasis to worship Indra. I was 6 years old, but this year I am 7, and I am not allowed. Кришна подумал, в том году у меня было всего лишь 6 лет, и поэтому им сошло это, что они проводили яги Индри, но в этом году мне уже 7 лет, поэтому я не позволю этому произойти снова. So Krishna approached his father, who was very busy. Кришна подошел к папе, который в этот момент был очень занят. Oh, Peter Sri, what are you doing? Папа, а что ты делаешь? Nanda Maharaj told him, this boy you cannot understand. Krishna, run along and play. Nanda Maharaj подумал, что ребенок все равно ничего не поймет. Он сказал, Кришна, давай, иди играй. See, Krishna said, oh, Peter Sri, you are very learned in all things, but I just go and take the cows to graze. So how will I grow up to become like you if you don't give me good instructions? Кришна сказал, папа, ты настолько сведущ во всей шастре, во всех знаниях, а я только занимаюсь тем, что пасу коров. Но как из меня вырастет толковый человек, если ты не даешь мне образования? So Nanda Maharaj, he was thinking he's too young to understand this ritual.
Нанда Махарадж подумал, ребенок слишком юн, чтобы понять суть этого ритуала. So 7-year-old Krishna looked at his father and he realized, oh, he thinks I'm not intelligent enough to understand. So I actually demonstrated how intelligent I have become. Кришна пристально смотрел на отца и почувствовал, что папа думает, что я глупенький еще, поэтому мне надо сейчас блеснуть своими знаниями перед ним. He said, oh, Peter Sree, I know something about Gyan and Dharma. Кришна сказал, Питер Шри, но я кое-что знаю про Гьяну и Дхарму. A Gyani is a person who sees the Paramatma in every living being and every living being inside Paramatma. Гьяни — это тот человек, который видит Параматму, сверхдушу во всех живых существах и видит всех живых существ в Параматме. He never discriminates between himself and another person. His own stomach and the stomach of another person. Он не делает различия между собой и другими. Не делает различия между тем, чтобы наполнить собственный живот или наполнить животы других. So such a person is worshipable by all the common people of this world. Такой человек достоин почтения от всех людей этого мира. But on the path of Dharma, one does not have that such a vision. In the path of Dharma, you have to discriminate. Но тот, кто следует путем дармы, он не обязан придерживаться такого высокого мировоззрения. У него иные порядки. On the path of Dharma, if a person is tatastha, that is then neutral to you, then you consider them to be actually like an enemy. Что в контексте дармы, если кто-то нейтрален к вам, то к нему можно относиться как к врагу. Be careful of the tatastha persons. То есть избегайте вот таких прохладных, нейтральных людей, татасты. Это нежеланное общение. But if someone is in your own family, then you consider that person to be your atman. Но если кто-то член вашей семьи, also, this is the path of Dharma. Но в пути дармы к своим родственникам, своим близким относится как к самому себе, как к своей армии. So, my dear father, please tell me, this ritual that you're preparing for, is it a Vedic Dharma or is it Laukik Dharma? Is it in Shastra or is it just a family tradition? Papa, пожалуйста, объясни мне, вот этот ритуал, который ты собираешься провести, это ведический ритуал или это Laukik Dharma? Это предписано священными писаниями или это просто наша местная традиция? Nanda Maharaj's eyes became big. Глаза Нанды Махараджа широко раскрылись. How can my 7-year-old son know these profound principles of Gyan and Dharma? Он удивился, что сын настолько следующий таких глубинных идеях философских Гьяны и Дхармы. Oh, he's very intelligent, so let me explain something to him. Он подумал, разумный у меня сынишка, надо уделить ему время и пояснить ему побольше. Being very proud of his son, Nanda Maharaj took Krishna in his hand. И гордясь своим сыном, Нанда Махарадж усадил его к себе на колени. You see, my son, this yajna is not exactly explaining the Vedas. Он сказал, сын, ты понимаешь, это яги не описывается в Ведах на самом деле. But our forefathers have done this for many generations, so we consider it to be compulsory and unavoidable. And as good as the Vedas. Но наши пращуры, все наши прадеды, они все совершили эту ягью, поэтому для нас это так же прамани, как и сами Веды. Мы обязаны исполнять эту ягью. See, Krishna said, O Peter Sri, for whom is this yagya? And what is the result? What is the purpose of it? Кришна спросил, папа, объясни мне, для кого эта ягья предназначена и в чем ее цель? Because if one does an activity, if one does an activity but without full knowledge, he doesn't get the full result. Если кто-то делает что-то неосмысленно, не понимая цель, которую он преследует, он не обретет полного правильного результата своей деятельности. So then, Nanda Maharaj said, Indra is the king of heaven and he sends the rain. Нанда Махарадж сказал, Индра царь. Сварги, он посылает нам дожди. From the rain, the grass grows, and the cows eat the grass, and from the cows we are sustained. So we are dependent on Indra. Дожди дают нам траву, наши коровы едят траву и дают нам молоко, поэтому мы полностью зависимы в нашем благополучии от Индры. So then Krishna thought, Baba has given a reply
which is a karma pradhana, based on the predominating by the concept of karma kanda. Кришна подумал, а папа отвечает с ракурса карма канды. So then Sri Krishna decided to reply to him in accordance with the philosophy of karma kanda, that's called purva mimamsa. Кришна решил ответить ему тоже с ракурса пурва мимамсы и карма канды. Now just bear in mind that we don't agree with this philosophy. Примите к сведению, мы не следуем кармаканде, мы не следуем Каудья-Веданте. So you can just make a note in your notebook that this teaching of Krishna is completely wrong. Пометьте в своих блокнотах, что вот то, что сейчас огласит Кришна, что это неправда. Krishna, oh Father, you know that any devata which gives you the fruit of your karma can only give the fruit of the karma that you have performed. So he is also not, that devata is not independent. He has to give you the fruit of the work that you yourself have done. Кришна сказал, папа, ты что не понимаешь, что у полубогов нет юрисдикции дать тебе больше или меньше, чем тебе полагается по твоей собственной карме? So who are the devatas? They are not supreme. Karma is supreme. Кто они вообще? Карма главная. Они подчиняются карме во всем. What he's any devata is bound to give you the fruit of your work. So what is the use of worshipping them? It's like giving oblation in ashes. Какой толк поклоняться этим полубогам, если они все равно вынуждены дать тебе именно то, что тебе полагается по твоей собственной карме? Поэтому какой смысл делать какие-то подношения им? So don't waste time with this. At least when you offer chapati on the fire in your kitchen, you can feed your family members. Зачем яги проводить? Хотя бы ты лучше у себя дома на кухне там чапати в огонь положи, поджари, этим хотя бы можно семью накормить. You say that Indra is sending the rain because you are doing yaga. Ты говоришь, что Индра посылает нам дожди благодаря этой яге, которую ты проводишь. I have a question. In the middle of the ocean, where no one lives, does it rain? У меня есть тебе вопрос, папа. Посреди океана, где никто не живет, там идут дожди? Then if Indra is giving rain in the middle of the ocean where no one lives and no one does yaga, then he cannot be so intelligent. А если Индра посылает дожди на воду, там, где никого нет, то значит он не очень разумный. And it proves that the rain does not depend on that. Это доказывает, что вообще он не посылает никакие дожди, они идут без его ведома. Krishna decided to speak to his father from Sankhya Darshan of the capital moon. Затем Кришна решил сменить ракурс и аргументировать свою позицию с помощью Санкхья Даршана, Капила Муни. He said, it is due to Rajaguna, the mode of passion, that the grass is growing on Giriraja Govardhana. Он сказал, трава растет на Гирираджа Говардхане из-за Раджагуны. And the cows that come and eat the grass. Коровы кушают эту траву. What does it have to do with Indra? Причем тут Индра вообще? There's no need to worship Indra at all. Вообще нет никакого смысла поклоняться этому Индре. Oh father, have you ever seen Indra? Папа, ты когда-нибудь этого Индру видел? Нанди Махараджи пришлось признаться, что никогда он его не видел. But Krishna said, but you know, the best praman, the best proof is pragyaksha praman. Кришна сказал, но самый лучший праман, доказательство чего-то, существование чего-то, это пратьякша, непосредственное восприятие. Now this is atheism. Это атеизм, сейчас заметьте в блокнотах. The best proof is seeing is believing. Увидеть значит поверить. Это истинное доказательство. Other people say that shabda praman, hearing the Vedas, is the best. Or anuman, logical reason is the best. Кришна сказал, некоторые считают, что шабда браман, ведическая вибрация, это лучший способ доказательства. Или ануман, логические доводы. But if you cannot see something, then you cannot be logical about it. So it depends on pratyaksha. Кришна сказал, если ты не видишь чего-то, как можно применять к нему логику? Поэтому я считаю, что пратьякша это самое важное, непосредственное восприятие. And if you cannot hear the Vedas, then how will you get their knowledge? So the Vedas depend on pratyaksha. А если ты не слышишь Веды, то как ты уверуешь в их знания? Значит, а слышать это тоже пратьякша. So pratyaksha, direct perception is the best. Пратьякша это самое лучшее. Что у нас есть, папа? And who is pratyaksha?
А кого мы видим? Видим мы Гирираджа Говардхана. Мы же видим своими глазами, как он кормит наших коров. And the brahmanas, they bless us. А брахманы благословляют нас. So the best karma is three Veda karma. Three types of karma: worshiping the brahmanas, the cows, and Girirajas. Поэтому для нас, пастухов, для нашей общины, лучшая деятельность — это три вида кармы. Это поклоняться Гирираджу Говардхану, брахманам и коровам. So we should do this. Поэтому мы должны следовать вот этому пути, папа. So then, Nandamad said, yes, after the Indra-yaga, we can worship Govardhana. Папа сказал, хорошая идея. Как только мы завершим Индра-яги, мы сразу займемся этой три вида кармы. See, Krishna said, no, there's no time to delay. Кришна сказал, нет, откладывать нельзя с три вида кармы. Because Indra, if we delay, Indra may make some impediments. Кто знает, что этот Индра может нам подкинуть? Вдруг он саботаж нам устроит. So just collect all the things that you are preparing for Indra, and we should offer this to Giriraj. Медлить нельзя. Срочно собирай все эти ингредиенты, которые вы заготовили для Индра-яги, перевозим их на Гирирадж Говардхан и предлагаем их ему. I'll explain to you how to do this three vida karma. Я тебя, папа, обучу, как совершать эту три вида карму. You should make a mountain of rice. Ты должен свалить рис в одну огромную гору. And hundreds of different preparations. И украсить эту гору разными блюдами. So this festival will be called Annakut festival. Annakut means the peak of a mountain made of Anna food. Этот фестиваль будет, наш праздник будет зваться Анна-кута. Кута — это как пик, а Анна — это пища, то есть как гора еды. So first of all, you should offer a huge mountain of food to Girirad. Поэтому сначала ты должен должным образом накормить Гирираджа Говардхана. And then you should worship the cows. Затем ты должен почтить коров. And the cows. Послужить коровам, телятам. Have the brahmanas perform a five yagya and worship the brahmanas. Ты должен попросить брахманов провести яги и затем должным образом почтить их самих. And then you should give charity to everyone. Потом ты должен раздавать подарки всем. Oh, to the brahmanas, to the kshatriyas, to vaishyas, the sudras, to the outcasts, to all living beings, to all the animals, even down to the ants. But don't give one grain of rice. Потом этой едой можно накормить всех, и брахманов, и вайш, и кшатрий, и шудр, и животных всех, и птичек, даже муравьев. Но ни грамма не давай этому Индре. Now Krishna was getting excited. Кришна уже разошелся, такой развел бурную деятельность. He said, anyone who observes this Anukut Mahotsava. Он сказал, любой, кто поучаствует в этом празднике Анукута Махотсава, as we are going to observe the day after tomorrow. И мы будем с вами праздновать этот праздник послезавтра. Listen to the follow, the result of this year. Поэтому слышите, что вам сулит участие в этом празднике. Anyone who observes this Anukut Mahotsava will take birth as a human being in Braja. Любой, кто примет активное участие в этом празднике, родится в человеческой форме во Брадже. They will not experience old age at all. They'll be young and healthy. Будет вечно юным и здоровым, стареть не будет. They'll have a strong power of their senses. Будет очень крепким, все чувства будут активными, такими работающими. And they'll be happy forever. И такой человек будет счастлив навсегда. But anyone who does puja to Indra, но любой, кто будет проводить пуджу Индре, will become poor. Станет нищим. They'll become sick. Больным. They'll become blind. Слепым. They'll become homeless. Бездомным. And they'll suffer like anything for an unlimited amount of time. И будет жутко страдать неограниченное количество времени. So now, oh my dear father, if you have love for me, then you should know that Govardhan, the brahmanas and the cows, they're always blessing me. So if you love me, please perform this three vida karma and worship. Посему, папа, если ты меня действительно любишь, то ради меня сделай то, что я тебя прошу, потому что и Гирирадж, и коровы, и брахманы, они всегда благословляют меня. Поэтому ради любви ко мне ты должен провести эту три вида карму. So, if someone you love, say something, you always agree with it. Если кто-то, кто любит вас, и кто-то, кого вы любите, просит вас о чем-то, вы обязательно согласитесь с этим человеком. So how much more if there's a little bit of truth in the words also? Extra. А если вас просят не глупость какую-то, а что-то о чем-то достойном вас просят и истинном, то, конечно же, это нужно исполнить однозначно.
So now the question comes. Krishna is so learned. He has spoken Bhagavad Gita, very good Siddhanta. Why on this occasion was he speaking all bogus things? Возникает вопрос, если Кришна, который поведал абсолютную истину Арджуне в Бхагавад Гите, там Удаве, то почему в этот раз он нес такую чушь со своими аргументами ложными? Because with your friends and family, you don't have to be so serious. Потому что среди родственников, близких и друзей не надо быть очень серьезным. You can have some fun with them. Можно шутить. So Brahmaji said, Aho Bhagyam, Aho Bhagyam, Nanda Gopa Brajokasam, Yan Nitram Paramananda Purna Paramasanatam. How fortunate is the Nanda Maharaj and the residents of Vrindavan, because Krishna is their friend and family member. He can speak as he likes. Господь Брахма восхищается удачей Нанды Махараджа и всей общины Браджабаси. Как они удачливы, что Кришна живет среди их, он их близкий друг, он шутит с ними, там нет никаких формальностей. Whatever Krishna said to Arjuna, whatever Krishna said to Uddhav, this is the conclusion of the Vedas. But what Krishna said to his family members, don't take it very seriously. Поэтому вы верьте в то, что Кришна сказал Арджуне, Бхагавад Гите, Удаве, в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, но это пропустите мимо ушей вот эти аргументы, которые Кришна выдвигал в адрес папы, потому что это его выдумки. This is a primary lila. Это вся лила любви. So very soon, Deepavali came. Затем наступил today день Амаваси, новолуние, и как раз вот этот день сегодня, Дипавали. And all Brajbasis, they dressed up in very fine cloth and ornaments, and they decorated their houses with gifts. Это большой праздник в Индии. Все Брадьябаси нарядились в лучшие свои одежды, украшения, украсили свои дома лампадками. And then the next day was the Пратипада. А уже после Амаваси наступил Пратипада. So actually this year the Chaturdasi and the Amavasya are mixed. So we are observing Deepavali today, but then the Anukut will move to the next day. В этом году из астрологических факторов произошла накладка сбои в Титхи, поэтому хотя сегодня мы празднуем Дипавали, но Накута Махоцева Пратипада сдвигается все равно на послезавтра, то есть получается вот немножко несостыковка в дня. This is unusual. Это необычно. Like так обычно не бывает. Обычно Накута Махоцева сразу на следующий день. The next morning after Deepavali, Brajbasis with their bullock carts, with many preparations, they set off to Giriraj Govinda. На следующий день Пратипаду Браджабаси нарядились, сложили разные подарки, еду в свои повозки и двинулись к Гирираджа Говардхану. And Govardhan has many peaks. У Говардхана много пиков. And they decorated the peaks of Govardhan with colorful flags and banners. Они разукрасили все на Гирираджа Говардхане, повесили баннеры, там всякие флажки. And they made a huge mountain of rice. И выложили огромную гору риса перед Гирираджем. This mountain of rice had waterfalls of ghee. И на этой горе они смастерили такие водопады, сделанные из топленого масла. It had rivers of milk. И там влили туда молочные реки в эту гору. It had lakes of yogurt. Озера из йогурта сделали. It had forests of spinach. Сделали лес из шпината. And so many other beautiful features made of pagodas and kitchen and all types of preparations. То есть, используя разные продукты, еду, они сделали такую красивую гору перед Гирираджем. So when the Brajbasis offered this huge amount of bhog to Govardhan. И тогда Брадьябаси предложили эту огромную гору еды Говардхану. Then suddenly a huge form manifested from the hill. Из холма проявилась огромная форма. The same size as the hill, 8 miles high. Такого же размера, как сам холм, 8 миль высотой. And the astonishing thing is this: little Krishna was there, 7 years old, in the Brajbasis, and this enormous form looked exactly like Krishna, but it was 8 miles high. То, что было поразительно, что маленький Кришна, 7-летний, который стоял среди Брадьябаси,
Он был маленьким, но вот эта форма, которая проявилась из Гирираджа Гавардана, выглядела как вылитый Кришна, только вот этого огромного размера 8 мили. Seeing this form, all the Brijbasis, their hairs stood on end. Когда Брадживаси увидели этот огромный облик, у них мурашки пошли по коже, волосы стали дыбом на теле. What is that we are seeing? Что мы видим перед собой? Is it a mountain of Karelian, of the Kajal? Это целая гора Каджала. Shining black. Сурма сияет, как черный и блестящий уголь. Is it a huge rain cloud decorated with streaks of lightning? Или может это огромнейшая туча, украшенная вспышками молний? Look at the mukut upon his head. It's made of thousands of bouquets of flowers. Вы посмотрите на эту корону на его голове. Она сделана из тысячи букетов цветов. And it looks just like our Krishna. И он вылитый Кришна. So there was a huge commotion among the crowd of the Brijbasis. Начался ажиотаж среди Враджабаси. So then, see, Krishna came forward and very humbly addressed that tremendous form. Кришна вышел вперед всех и обратился с величайшим почтением к этой огромной форме. He said, "Hey, Bhagavan." О, Господь, сказал Кришна. Hey, who are you? Кто ты? And then in a voice deep like thunder. И громовым голосом. That personality said, "Shailosmi, I am this hill." Он этот облик сказал, "Shailosmi, я есть этот холм." There was a huge uproar from all the Brijbasis. Народ завопил радостно. Jai! 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 See, Krishna turned around to control the crowd. Кришна повернулся, чтобы погомонить толпу. Тихо, тихо все. And then became quiet. Все замолкли. And then Krishna turned around again. Он снова повернулся лицом к Говардану. To and this is actually Krishna's own form. Krishna's expanding. So Krishna's talking to himself. He's doing nothing. То есть очень смешно. But all the Brijbasis are completely full for it. То есть это Кришна проявил свою огромную проекцию и беседует сам с собой. То есть это как спектакль, он разыгрывает перед всеми, но все верят в это. See, Krishna said to everyone, just see, you worship Indra every year, but he never came, you never saw him. But the first time you worship Giriraj Govardhan, and he has appeared. И Кришна так драматически сказал, ну вот вы посмотрите на это. Сколько лет подряд вы поклоняетесь этому Индре, и в жизни его не видели. А вот в первый раз вы предложили немножко еды Гирираджу, и тут же он явил себя вам. While he was speaking, Krishna looked at his brother Balaram and went. И пока, пока Кришна разыгрывал вот это все шоу и толкал эту речь, он подмигнул Балараму, потому что Баларам прекрасно знал, что происходит. See, Krishna said, this great personality is worthy of our worship. We should all give Dhanavan Pranam. And then Krishna faced the hill and with Balaram and all the Brijbasis they gave Dhanavan Pranam to Giriraj Govardhan. И Кришна сказал, всем нам следует склониться перед этой великой личностью и почтить его. И сам Кришна, подавая пример остальным, предложил Дандават Пранам на земле Гирираджу вместе с Баларамом. Then with great love, и с величайшей любовью, Govardhan said, Говардан сказал, I am not like other deities. Да я не такой, как остальные деваты. Because, you see, if a person is a high status, существует правило, что если люди разнятся по сословию, по статусу, then they never sit down and take prasad of a person in front of a person of a low status. То есть люди высокой касты никогда не будут сидеть и кушать рядом с людьми низкой касты. So when you offer the bowl to the deities, you never see them. Because you are low and they are high. Когда вы предлагаете что-то деватам, вы их никогда не видите, потому что вы занимаете очень низкий уровень, а не очень высокий уровень. So Giriraj said, I am not like the other deities. Giriraj сказал, но я не такой, как другие деваты. I see no difference between you and me, so right now before your eyes, I will honor everybody, all the offerings. Я не делаю различий между мной и вами, поэтому прямо у вас на глазах я сейчас почту этот пир, который вы для меня приготовили. If you will get some grains and throw them on the ground, then all these sparrows, the birds, will come and fly and land there. Если вы бросите семечки на землю, то тут же все там голуби и все воробьи слетятся, чтобы скушать их. But quickly, flying from all directions, they come and land. Все птицы со всех сторон вдруг начинают слетаться к тому месту, где вы бросили корм. Giriraj began to eat in a very mystical way. He just extended his right hand like that.
Перерач ел очень мистическим образом. Он просто протягивал вперед себя ладонь, и все рисинки начинали слетаться прямо в его ладонь, наполняли его горсть, и он кушал. Иногда он смешивал немножко сабджи посередине этого риса. And he was eating huge amounts. Ел огромными порциями. Very soon it was all gone, and he was calling Anyo, Anyo, means bring more, bring more. Скоро он все съел и стал говорить Anyo, Anyo, принесите еще, принесите еще. So yesterday after Dandivatukun, the next village we came into, that village called Anyo, means bring more, bring more. Вчера, когда мы совершали парикраму после Данивартан-кунды, мы подошли к деревне, которая так и называется Аньор. So then Giriraj was eating everything with one hand, with his right hand, and with his left hand, he was shaking his finger like this. Правой рукой Гирирадж ел, а левой он, протянув палец к небесам, дразнил Индру. Ха-ха, Индра, я съедаю все, что было предназначено для тебя. So then, after eating, you have to rinse your mouth. После того, как вы кушаете, положено сполоснуть рот. So there were so many ponds in the area. Giriraj go over and he took the ponds out. And then when he spilled like this, it came out like a waterfall with rainbows. Giriraj протянул ладонь к одному из озер, расположенному в окрестностях, сполоснул рот и потом выплюнул всю эту воду. And wherever the water touched the ground, once all the greenery began to, foliage began to grow there. И те места, которых коснулись капли той воды, которую он выплюнул изо рта, тут же там стала расти свежая трава. And then you have to pick your teeth. После того, как вы сполоснули рот, нужно почистить зубы. So go over there to a forest of bamboo and took a big bamboo, very hard. Кавардан посмотрел эту бамбуковую рощу, выдернул оттуда стебель бамбука и почистил, как зубной палочкой, себе зубы. So after eating, then eat tambulam. После еды положено пожевать тамбулу. So the Brajabasis brought a big pile of tambulu. Брадживаси принесли огромную гору тамбулы. And Giriraj was chewing it and smiling. Giriraj пожевывал эту тамбулу, радостно улыбаясь. And it was shining like the sun. Он сиял, как солнце. So after offering bhog, then it's time for arati. После того, как вы предлагаете такурджи богу, нужно провести арати. So Brijabasis were thinking, how to offer arati to such a huge form? Брадживаси думали, как такому огромному Гирираджу мы можем провести арати? So Krishna just meditated. Кришна подумал. And by the influence of Yoga Maya, suddenly they saw very big deeps. Each one had a room for 1,000 deeps, 1,000 lamps on it, above the handle and below the handle also. Кришна подумал о том, что следует провести. Like you see the Jamuna Arati. Достойная арати. Тут же Йога Майя уловила его мысли, и вокруг Брадживаси, перед Брадживаси появились эти огромные многоярусные лампады. То есть там было, на каждом ярусе было место там 100 лунок. И над ручкой, и под ручкой, то есть вот то, что вы видели у Ямуна, когда мы были на Ямуне, на Арати, вот еще побольше лампады. Just as Brajabasi think, how can we worship the big form? Aha! И вот как раз в тот момент, когда Брадживаси думали о том, а как же провести пуджу такому огромному, перед ними появились вот эти огромные лампады. And then began to do puja to Giriraj. Они стали проводить пуджу Гирираджу. So in the end, then, oh, everyone was so happy. Все были такими довольными. Small children, they were scared of this big form and hiding behind their parents. Маленькие дети боялись эту огромную форму, ныкали и прятались за родителями. The teenagers were all laughing and joking with each other. Подростки, как обычно, гоготали там между собой и пошучивали. The old people were talking to each other. Oh, in my whole life, they never saw that. Пожилые говорили, я никогда такого ничего не видел в своей жизни. So even though everyone was responding in a different way, Giriraj was reciprocating lovingly with everyone. То есть все по-своему реагировали на вот это чудо чудесное, а Гирирадж отвечал любовью всем, каждому. So then Giriraj, he gave a blessing to Brajavasi. Затем Гирирадж благословил Брадживаси. And then he disappeared. И исчез. And everyone stood there, like figures in a painting, not moving. И все
все застыли на месте, как фигуры на картине. What just happened? Не понимая, что только что произошло. Was it a dream? Это был сон? Was it a hallucination? Может, галлюцинация, массовый гипноз? So then Krishna said, now we have served Govardhan, now we have to serve the Brahmanas. Кришна сказал, мы исполнили первую из тривида кармы, сейчас надо почтить брахманов. So they did puja to the Brahmanas and Nanda Maharaj was distributing so much charity. И тогда Браджапаси стали почитать брахманов. Нанда Махарадж очень щедро раздавал пожертвования, подарки. Что у него бы не попросили, он все был готов отдать им. Then Krishna said, now we have to worship the cows, but we cannot do parikrama of such a big herd. We'll take one as a representative and worship one cow and do parikrama. Кришна сказала, теперь нам надо почтить коров, но мы не можем обойти такое огромное стадо, как у нас, поэтому мы выберем одну корову, представительницу всех коров, и парикрамой обойдем ее и проведем ей пуджу. So Krishna and his cowboy boyfriends came and with folded hands and closed eyes and they recited the Gosukta from the Mahabharata and Krishna gave pranam to the cows. Кришна с друзьями подошли торжественно к этой избранной корове, произнесли Госукту из Махабхараты, попросили благословения у матери коровы. So actually, the Gwalabal, the covered boys, are the paraphernalia of the cows, so they're also worshipful. Так как пастушки, они неотъемлемая часть коров, их парафиналии, то они, им тоже нужно поклоняться одновременно с Гопуджей. Just like in the worship of cows, you have to put your hand in the haldi and the hands. So they also have to come and do the prints on the cowboy boys also. Когда мы поклоняемся корове, мы макаем руку в раствор из куркумы и вот эти оставляем желтые отпечатки на теле коровы. И Браджабаси стали делать то же самое, оставлять отпечатки с куркумой на телах мальчиков. And listen to everything very carefully. И теперь слушайте очень внимательно. Afterwards we will explain the meaning of everything. Потому что потом мы объясним это более в раскрытом формате, все нюансы. Every part of this lila has some special nectar of madhurasa. В каждой части этой лилы кроются очень важные мадурасы, магические вот эти составляющие. So then Nanda Maharaj showed that Rohini Maya, they did puja to Krishna and Balaram, and then not less also to all of his friends, Subal, Sudanda, моя мама Яшода, Нанда Махарадж, они почтили Кришну Баларама, и потом не в меньшей степени почтили всех друзей Кришны, провели им пуджу. Then it was time to feed the cows. Наступило время кормить коров. But they tried to feed, but the cows didn't want to eat. Но коровы отказывались есть. So the boy said, "Oh, Krishna, please come and touch this grass." Мальчики подозвали Кришну, сказали, подойди сюда, Кришна, коснись этой Они не хотят кушать, но как только ты своей ароматной ладонью коснешься этой травы, они с удовольствием съедят ее. Кришна потрогал все сено, траву там, и тогда коровы стали кушать. Кришна сказал, и чтобы завершить этот праздник, нам надо обойти Гирирадж Говардан. So Krishna instructed everyone how to make the procession. Кришна выстроил всех в процессию. In the front of the procession, there should be the cows and bulls. Он сказал, первыми должны двигаться быки и коровы. And the boys are around to protect them. Мальчики будут охранять коров, идти вслед за ними. Then the brahmanas. Вслед за мальчиками пойдут брахманы. Then Nanda Maharaj, Upananda, Abhinanda, and the elders of the village. Потом самые почетные члены нашей деревни, Нанда Махараджа старшие. Then the next part of the procession will be Mother Yashoda, Rohini, and the elderly gopis. Затем пойдут взрослые гопи за мужчинами, которые идут впереди. And then behind them, Gopika Gan, all the group of young gopis. Потом уже юные гопи пойдут вслед за взрослыми гопи. And then behind them, all the artisans and craftsmen of the village will be in the rear part of the procession. А сзади будут идти все ремесленники, там музыканты деревенские. So the whole parikrama party set off to walk around the Govardhan as we were doing. И все вместе они тронулись в путь обходить Гирирадж Говардан, как это мы вчера совершали. See, Krishna was running around and keeping the cows in line to make them follow the path. Кришна постоянно куда-то бегал, сгонял коров с тропинок, чтобы они шли ровным строем.
He has his flute in one hand and stick in the other. В одной руке он держал свою флейту, во второй руке он держал палку для погоняния коров. And sometimes, like an Olympic baton twirler, Krishna would throw his stick into the air and dance and then catch the stick. Как в художественной гимнастике, когда подкидывают эти палки, Кришна так подкидывал свою палку, она вращалась много раз, падала, он ее снова умело ловил. And sometimes, see, Krishna would stop to play his flute. Иногда он останавливался, начинал играть на флейте. And when he played the flute, everyone had such sattvic bars that became stronger. It was as if the entire Vrindavan party was frozen. They were walking in there. Все шли, но как только Кришна начинал играть на флейте, все становились самбо, замирали на месте от этой удивительной мелодии. And then when he stopped playing, they become unfrozen and continue. Как зачарованные, они замирали на месте, как только он переставал играть, все продолжали двигаться вперед. Wherever Krishna went, it was as if the eyes of the Brijbasis were tied to him by strings, so everyone was... Взор всех Брадибаси был всегда устремлен на Кришну, куда бы он... И где бы он ни передвигался, они как будто бы на веревочках, глаза Брадибаси были к нему привязаны, и все они смотрели из стороны в сторону, куда пошел Кришна. And the gopis who were walking further towards the back, as they were walking, they were singing kirtan, glorifying Krishna. А гопи, которые шли позади, уже старшие гопи, они пели киртаны, прославляющие Кришну. So one gopi would sing the question, and the other gopis would sing the answer. Песня состояла из вопросов и ответов. Одна гопи пропевала вопрос, а все хором подпевали ответ. One gopi would sing, who has inaugurated the Anukut Mahotsav? Одна гопи спрашивала, кто основал праздник Анукута Мухотсава? And then they would sing, oh, Krishna has inaugurated the Anukut Mahotsav. Остальные хором отвечали, что Кришна основал Анукут Мухотсав. Who has killed Путана? А кто убил Путану? And Тринаварта. Кто убил Тринаварту? Кто убил Шакатасуру? И Агасуру. Then they would sing, oh, Krishna is Agabaka Shakataka. Все отвечали Агабака Шакатака. Oh, who has pulled down the Yamal Arjuna trees? А кто сломал Ямал Арджуна деревья? Oh, that naughty Damodara has pulled down the Yamal Arjuna trees. Это озорник Дамодары подкосил. So in this way, they were remembering all from his birth up until that day. То есть все медитировали на вот эти лилы Кришны, начиная от его рождения по тот день, который они праздновали. And because they heard some things from Purnamasa Devi, they even glorified pastimes of Krishna that he had not done yet. И так как все были наслышаны от Пурнамаси Деви о будущих деяниях Кришны, они пели даже о тех геройских поступках, которые на тот момент он еще не совершал. Who puts fear in the heart of Kamsa Maharaj? Кто пугает Камсу Махараджа? Наш Кришна пугает Камсу Махараджа. So in this way, gradually they went around all that and they arrived back in the place where they had begun. Это наш Кришна, который вселяет страх в сердце Камсу Махараджа. И таким образом постепенно они обошли весь Гирирадж Говардан и вернулись к тому месту, с которого они начали праздник. All the pandals were and the yagyakulas were brahmins and И там уже были эти все шатры, те яги, в которых ягьякунды, в которых брахманы проводили свои подношения яги. Everyone was in such a place and so attached to Krishna, though it was time to go home. No one wanted to go. День прошел настолько сказочно, и всем было настолько радостно быть с Кришной, что никто не хотел расходиться по домам, никто не хотел, чтобы заканчивался этот удивительный день. So they decided, let's camp here tonight. Они решили, давайте заночуем прямо тут сегодня. So all Brijbasis, they camped there during the night. И разбили лагерь и заночевали там. And the next morning, на следующее утро, Dvitiya is Bratri Dvitiya. Это праздник Bratri Dvitiya. That means Brother's Day. День брата. On this day, sisters, they have to cook and feed their brothers with their own hands. It's loving, their expression of love between brothers and sisters. День любви между братьями и сестрами. В этот день сестры готовят и потом собственной рукой кормят брата, братья. And everyone should worship Yamuna and take bath in Yamuna because she is the sister of Yamaraj.
В этот день все почитают, почитают Ямуну, все омываются в ее водах, потому что Ямуна — это сестра бога смерти Ямараджа. Если тот, кто поклоняется Ямуне, он будет в безопасности от Ямараджа. So in this way, very happily, Vrijbasis, they observed Vratri Dvitiya, and then they returned to their homes. И так радостно пролетел еще один день в праздновании Вратри Двити, и затем все вернулись в свои дома. And life was about to continue. И жизнь опять шла своим чередом. The men were going out, taking the cows to graze here and there. Все занимались своими делами, мужчины следили за, там, ухаживали за коровами. But suddenly, но вдруг, a very icy wind was blowing from the north. Вдруг подул ледяной ветер с севера. And the sky became dark. Небо потемнело. Why? Почему? Because while the Vrijbasis were doing kirtan around Govardhana, потому что пока Враджабаси радостно пели киртан вокруг Говардхана, прославляя Кришну, Индра was in Swargalok. Индра в это время находился на своей сварге. He was not feeling very well. Ему как-то плохненько было. So he called his doctors. Он призвал докторов. Он себя нехорошо почувствовал, позвал докторов. He has two doctors, the Ashwini Kumars. У него два доктора, Ашвини Кумары. So his doctor says, "Oh, Devaraj Indra, how can we serve you?" Доктора спросили: господин, как вам помочь? Are you not feeling well? Вы себя плохо чувствуете? Devaraj Indra says, "Yes, I have a terrible earache today." Индра сказал: да, у меня сильно ухо болит сегодня. So я ухо заложила. Ашвини Кумарс, they examined him. Доктора проверили его уши. So it seems that the cause of your earache is a big festival going on down on earth. Они сказали вам. Where the residents of Vrindavan are having the kirtan and the worshiping the Giriraj Govardhan. И они объяснили ему, что происходит. Они сказали: господин, он заложил уши из-за того громкого праздника и киртана, который проходит сейчас на земле в честь Гирираджа Говардхана. Как Враджабаси там так веселятся. Then Indra became extremely mean-spirited. И это слишком задело Индру, он же как-то разозлился так. These puny, insignificant human beings. Он подумал: эти мерзкие муравьи, эти людишки. They don't respect. Ну вот гаденыши, я 100 ашваметха яги провел, а они меня не уважают. This is the one day of the year they're supposed to be worshiping me. Это единственный день в году, который они должны поклоняться мне. But what have they done instead? А чем они вместо этого занимаются? Worse than not worshiping me. Это вообще ужас. Не то, что они даже мне не поклоняются. They are insulting me by worshiping my... Ну что, особенно мерзко, что они решились в этот день поклоняться моему лютому врагу. So if you don't know Vedic culture, it's a bit confusing, but. Если вы не знакомы с ведической культурой, вы, наверное, не понимаете, о чем речь. Indra and the mountains have a history. Но есть история между Индрой и горами. In ancient times, the mountains used to have wings. Потому что в древности у гор были крылья. And they used to fly everywhere. Они могли летать куда угодно. But when they landed, they were so huge, it caused such devastation. Но когда они приземлялись куда-нибудь, они всех давили под своей тяжестью. So Indra, he decided with his thunderbolt to cut off the wings of all the mountains. И своим оружием, ваджрой, Индра решил отрубить крылья всем горам. Now you are thinking that I don't believe this is impossible. Вы, наверное, думаете, ну что за глупости, что за сказки, я не верю в это. But by protection can say, have you ever seen a flying mountain? Но я спрошу вас, вы когда-нибудь видели летающую гору? No, that's the praman. Нет, вот и доказательство, что он отрезал им крылья. Потому что он им обрубил крылья, поэтому вы ни одну летающую гору не видели. Yes, yes. So, Krishna had deliberately moved the puja of Indra to the puja of a mountain because he knew psychologically that that would trigger Indra into a frenzy of anger. Это была особая фишечка в плане Кришны. Он решил, он знал, как выбесить Индру, потому что это была его ахиллесова пята, вот эта его ненависть, вражда с горами. И поэтому он решил вот это все почтение отдать Гирираджу Говардхану, чтобы спровоцировать Индру на ярость. Yes, yes, Krishna is very intelligent, very psychological. Кришна
Кришна хорошо разбирается в психологии. If you come here to Krishna's Brajamandal, Krishna knows exactly how to press all the right buttons. Поэтому многие из вас, наверное, уже испытали всякие такие свои психи, потому что когда вы оказываетесь тут, в Раджамандале, в месте, которым заведует Кришна, он знает, на какие кнопочки нажать, чтобы вас хорошенько... To reveal your swarup, not the one you are thinking you want to be revealed. Вот он помогает выявить наружу вашу сварупу, но не ту, которую вы себе воображали, когда вы там на родине сидели, а ту, которая вот воистину сидит внутри вас, там прячется. Just like once, there was one washerman. Однажды один прачечник. He was dyeing some cloth blue. Пришел покрасить ткань в синий цвет. By accident, one jackal was running along and he fell in the blue bag. Мимо пробегал шакал и случайно свалился в этот котел, где была эта синяя краска. Then he came out. Выскочил быстро из этой синей. Then he went into the forest. Помчался в лес. When he went into the forest, the other animals who saw him started bowing down. Когда он забежал в лес, другие животные, увидев синего шакала, стали кланяться ему. What avatar is this? Думали, что это за аватара Господа? The blue jackal avatar. Аватара синего шакала. So he went along with it and said, "You are all my heart and vessel." Но он решил не спорить с ними, он сказал, вы все мои неотъемлемые частицы. You are my servants and I am your loving master. Мои слуги дорогие, я ваш любящий хозяин. So all the animals in the jungle, they put the blue jackal on the throne. Тогда все животные в джунглях усадили шакала на трон and they were worshiping him. И стали поклоняться ему. Serving him. Служили ему. Oh, he thought he was very great. И он был счастлив, он почувствовал, что наконец-то его признали, его величие. Но однажды обычные шакалы пробегали мимо, and they began to call, oh! И они завыли там. So then that blue jackal was on the throne hearing that, he could not check his nature. И синий шакал, сидящий на троне, он не сдержался, потому что его животный инстинкт выдал его, он тоже забыл в ответ своим собратьям. Then everyone realized, ah, this is not a god. И тогда все поняли, что это не Бог сидит перед нами. This is just a jackal who fell in some dark. А просто покрашенный шакал. They beat him. Надубасили его тут же. He had to run away. Свергнули с пьедестала, и ему пришлось убирать оттуда. So, though he was pretending, but his swarup was revealed. То есть он притворялся изо всех сил, но его истинная сварупа проявилась там. So when you come in the holy dhab, вот и когда вы приезжаете во Вриндаван, then Krishna knows how your swarup will be revealed. Кришна знает, как помочь вам. You cannot pretend here. Тут притворяться невозможно. Кришна выявляет сварупу тут. So in the same way, Indra was acting like he was very great and powerful, but really was very narrow-minded, proud and ignorant person. Ну вот и Индра, он притворялся таким великим, великодушным, а на самом деле был очень мелочным и таким злобным. And Krishna knew exactly how to bring out his deficiencies so that everyone would know him, especially he would know himself. И Кришна знал, как вот вывести Индру из себя, чтобы выявить вот эти его анархии, нехорошие качества, чтобы и другие их увидели. И главным образом, чтобы сам Индра осознал, в чем заключаются его недостатки и совершенствовал. Indra thought, I will teach these Brajavasis a lesson. И Индра мстительно подумал, я поручу этих Брадживаси. And he called the Samvartak Megh, the clouds which are used to flood the world at the time of partial annihilation. Тут же призвал к себе Самвартак Мегхи, эти тучи, которые участвуют в частичном разрушении. He called his Vidyut soldiers, the soldiers of lightning. Призвал свои молнии, своих солдат. And the Vayu Devatas, the gods of wind. И всех ветров, все ветры свои собрал. They all came before him. Oh, Devaraj Indra, how can we serve you? Все армии предстали перед ними, сказали, Девараж Индра, как мы можем служить вам? And Indra said, go and destroy Brajamandala. Индра повелел им разрушить Брадж-мандалу. And then he went back to his palace feeling very satisfied. That should teach them. Подумал, это проучит их хорошенько и пошел заниматься своими делами во дворце. So now, coming from Swargalok back down to Vraj. Вернемся со Сварги обратно на землю, во Врадж. It was an ordinary day in Vraj. В Врадже дела шли, как обычно, был обычный день. Except for, after having so many sweet pastimes in the last few days with Krishna, all Vrajvasis were feeling more separation than usual. Единственное, что было
необычным, что так как в Браджабасе провели столько, вот эти пару дней вместе с Кришной, это было настолько насыщенно и радостно, когда наступила эта разлука, было немножко тоскливо всем на сердце. An icy wind began to blow from the north. Вдруг подул этот ледяной ветер с севера. The sky became black. Небо почернело. And Nandamaharaj began to think, oh, why did I listen to my son? Нанда Махарадж подумал, зачем же я сына послушался? Why did I listen to this boy? What was I thinking? Что я с ума сошел? Почему я ребенка послушался? Now Indra is angry with us. Я пошел на поводу у ребенка, а теперь Индра разгневан нами. See, Krishna said, don't worry about anything. Кришна говорил, да вы не беспокойтесь ни о чем. You have seen Giriraj with your own eyes, and he took all, he ate all the offerings that were made of Indra, so he's very powerful, and he'll protect us. О чем вы беспокоитесь? Вы все, вы очень видели Гирираджа Говардана, какой он огромный, вы видели, какой у него здоровый аппетит. Непременно он защитит нас от этого Индры. So all the Brajabasis, they set off for Govardhana. Пойдемте к нему. И все Брадибаси двинулись в сторону Гирираджа Говардана. И началось. Гром, молния, просто ведра воды стали течь с небес. Coming with the force of arrows. Это казалось, как будто бы со скоростью стрел летела вода и град. The bridge buses were shivering. Все дрожали от холода. They took shelter under trees. Кто-то прятался под деревьями. They took shelter in small caves. Кто-то прятался в пещерках. So then, see Krishna, he thought. Кришна подумал. Tasman mat sharanam gostam, mannatam mat purigraham. Gopayai swatmayogena soyamte vratapahita. Seeing the suffering of the Brajabasis, all these persons, they are my family members. Кришна увидел, насколько испуганы и встревожены все Брадживаси, он подумал, это мои самые родные и близкие люди. By heart and soul, they are fully dedicated to me. Они полностью посвятили себя мне, их души, свои so, сердца и души. It is my vow. To always protect them. Посему я клянусь, что я всегда буду покровительствовать им. Gopayai swatmayogena mayamaya yogamaya shantim. Своей йогамайей я буду защищать их всегда. So then, see Krishna, he lifted Giriraj Govardhan. И затем Кришна поднял Гирирадж Говардан on the palm of his left hand. Ладонью левой руки. No one could understand how it happened. Никто не понял, как это произошло. And seeing it, everyone's hairs were standing like needles. Все были в шоке, просто их тело, волосы стали дыбом, они как ежики стояли. Krishna was calling in a sweet voice, like he calls his cows. Oh, mama, oh, papa, oh, my uncles, come underneath the hill. Кришна стоял, держа на ладони Гирирадж Говардан, и зазывал всех своих родственников, родителей, друзей, говорил, мама, папа, дядя, идите сюда, тут безопасно. Sure. Who's going to go underneath a mountain? Они подумали, ну конечно, пойдем мы под гору, которую маленький ребенок держит в своей руке. So Balaram, he was laughing, said, don't worry about anything, he was pushing them from behind. Баларама успокаивался, говорит, вы не бойтесь ничего, идите туда вечно, заходите под гору. How could a mountain fall from the hand of that person who's lifting it? Кришна сказал, ну сами подумайте, как гора может упасть с руки того, кто поднял ее? You don't worry about anything. Actually, Giriraj is levitating, he's floating. He's light as a piece of cotton. I'm just keeping my head. Да не бойтесь ничего, он вообще сам левитирует, он легкий, как пушинка. Я просто так для проформы держу его в руке. Идите сюда. All bridge buses entered underneath the mountain, not with the mood that Krishna is their protector, but they're coming to protect him. И все Брадибаси ринулись туда к Кришне, но в настроении, что они бегут ему на помощь, а не то, чтобы он их защищал. They're astonished what's happening. Оказавшись под холмом, они подумали, что тут? But Balaram was clapping his hands and everyone sang. Но Баларам подхлопывал в ладоши, говорил, поем все, веселимся. И затем Баларам показал на Кришну, сказал, взгляните. And everyone looked, and then Krishna, from the palm of his hand, he went up to the side of his hand,
And from the side of his hand, he went, ta-da! И все взглянули на Кришну, Кришна повернул ладонь ребром, а потом подхватил палм на мизинец. Гидхари-г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 идх